Подарочный сувенир. А первое название этого стиха было «Необходимый предмет». Вот действительно необходимый предмет. Сей предмет распространим, дамам он необходим. Без него нельзя прожить, вещи надо положить. И куда ты не пойдешь, обязательно берешь. Ведь без сумки, как без рук, для хозяйки даже труд. Дам без сумок не бывает. Редикуля нет, мечтает празднику ему купить. Статус дамы сохранить. А когда выходишь в свет, лучше клатча в мире нет. Я потом покажу американский клатч. Мне из Америки внучка прислала. Ну такой маленький, миниатюрненький. Только ключи можно положить. Хоть не очень он вместим, для прогулок же терпим. Сумку надо наберечь, не спуская ее с плеч. И куда ты не пойдешь, обязательно берешь. С ними лишь одна беда. Быстро носятся всегда. Не успеешь пофорсить, пора новые купить. Замки быстро ломаются у них. Незаметно день проходит, беготне и суетне. Сумочки всегда находят применение себе. Сумки вяжут, сумки шьют, сумкам славу воздают. Необходимый же предмет, и подарка лучше нет. Вот сразу же скажу, чтобы потом приходить все. Вот эту сумочку мне невеста из Турции привезла. И говорит, что все-таки она якобы из крокодила или кожи. Вот как верить, не верить, вот это, пускай будет для истории, вот это современная из Турции сумочка из крокодильей кожи. И в действительности, вот что необходимо, что-то по размеру не по лицу. А сумка, скажите, самый лучший подарок, да? Раз, ее применишь. Вот. Спасибо за внимание.